Ну а прямо сейчас у нас в гостях с акустической версией своей лирической песни «Нежность» автор-исполнитель Елена Василевская. Слушаем. Спортивный вечер на News One продолжается в воскресный вечер. Увидимся в следующий. Привет! У нас сегодня прекрасное настроение. Очень хочется, чтобы у вас оно было таким же. Сегодня мы подарим вам свою песню «Нежность», которую я написала годик назад где-то. Я сегодня пишу тебе песню, бесконечные минуты не вместе. Одни тонкие лучи света, касаться и чувствовать небо в твоих глазах — это небо любви. Просто обними меня, мы одни, нежностью полны, правила просты, сердце открываю, словно таю, лови. Все сможем. Я сегодня пишу тебе песню, бесконечные минуты не вместе прожу. И едва дышу, где-то перебираю сюжеты, переставляю акценты, дышу. Будь со мной всегда, прошу. Мы одни, нежностью полны, правила просты, сердце открываю, словно таю, лови. До дрожи мы с тобой все сможем. Очень важно дарить любовь близким. Эту нежность, которую мы храним в наших сердцах. Давайте ее передавать не только глазами, но и делами. Обнимать, целовать, приносить утром чай. Пожелание, такое нежное настроение. Но вот смотрите, наше украинское общество сегодня недостаточно толерантно, так считают те люди, которые проголосовали. Мне хочется действительно пожелать и вам, Елена, счастья. Спасибо. И вам, Юра. Ребята, вживую намного лучше, чем по телевизору. Вам надо вживую петь. Вот. А Юра знает. Понравилось, Юра, да? Очень, да. Юра знает. Спасибо. Толк в музыке в том числе. Юра, и тебе желаю побед. Но теперь уже на посту главного тренера побед. Спасибо. Подопечным, спортсменам. И то, чтобы вот самое главное чудо, вершина любви, дети радовали. Среди жизни. Абсолютно. На чужой клумбе. Радовали тебя на своей клумбе. Варда Спорт, спортивная элита под качественную музыку на телеканале News One. Спасибо. Спасибо. Всем большое.